Так, ну вот, Сергей Анатольевич, мы его маленько оторвем и попросим, чтобы он рассказал, куда, зачем, для чего вы собираетесь в заход. Без отрыва от сборов, да, собираемся на важный маршрут. Значит, одна из основных задач национального парка – это охрана снежных баранов. Популяция, большая часть популяции Амурской области обитает на территории нацпарка. И в первой половине, весной, в первой половине лета бараны концентрируются на природных солонцах. И вот по сведениям эвенков местных, здесь, в этом районе, есть солонец, используемый баранами. Но точно его местоположение мы не знаем. Вот, мы постараемся его найти по тропам, по встречам баранов. Это очень важно для того, чтобы организовать охрану снежных баранов, потому что они на солонцах наиболее уязвимы, не очень осторожны. То есть браконьеры могут использовать эти солонцы. Ну, если солонцы хорошо посещаемые, будет поближе строиться какие-то, чтобы для охраны. Ну, посмотрим, да. Вот один солонец мы важный очень обнаружили, там база научная и охранная. А здесь посмотрим, что творится. Они эти солонцы и для науки как бы... Конечно, конечно. Мы наблюдать будем за ними. Полувозрастной состав баранов хорошо определяется на солонцах. Ну и, собственно, их жизненный цикл. Очень важны солонцы для вот этой снежных баранов Токинского становика. Это мы уже поняли. Уже какие-то вот по Туксанинскому солонцу результаты есть у вас? Да, есть. Вот первую половину, весной, в первую половину лета плотность населения снежных баранов на солонцах в 100 раз больше, чем на всей остальной территории. И только во второй половине лета они более или менее равномерно распределяются по территории. Поэтому важность солонцов нельзя переоценить, как минимум для здешней популяции. Вот, будем их искать. Ну, рюкзаки, я знаю, вы уходили в 10-дневный заход, были килограмм по 30. Тут, наверное, килограмм по 25-то будут. Полегче. Не одна, надеюсь, что нет. Да? Надеюсь, что меньше 20. Понятно. Ну, сейчас посмотрим. Ясно. Ну что, я вам желаю удачного маршрута. Удачи, пригодится. Я буду здесь ждать. Главное, погода, чтобы нас не подвела. На стане остаюсь. И с нетерпением буду ждать. Когда придете, расскажете. Конечно. Удачи вам. И зрителям тоже удачи. Будем вместе ждать выпуска следующего видео, когда они вернутся. Пока-пока. Да.